Друзья, приветствую вас на первой официальной Академии Успеха Atomy Kazakhstan. Меня переполняют волнительные эмоции, потому что мы шли все вместе к этому дню на протяжении последних 2,5 лет. И я поздравляю вас с этим грандиозным событием. Филиал в Казахстане официально открыт. Меня зовут Владимир Хигай, и я являюсь первым стармастером в Казахстане. И сегодня хочу поделиться своим опытом заполнения жизненного сценария. Жизнь коротка, и я убежден, что лучше прожить хорошую жизнь и интереснее жить интересную жизнь. К сожалению, жизнь построена таким образом, что около 80% людей ненавидят свою работу и к старости не обретают желаемого счастья. В процессе жизни прекращают мечтать и просто плывут по течению. Бывают удивительные люди, люди-визионеры, которые находят свою мечту, которые творят то, чего никогда не было. Как говорил Нельсон Мандела, все на свете невозможно, пока кто-то не возьмет и не сделает это. Так вот, бывают такие удивительные люди, как Стив Джобс, как Элон Маск, которые творят историю. И они идут навстречу своему счастью смелыми шагами, принимая все риски и творя. А что же касается нас, таких обычных людей, как я? Неужели мы не можем мечтать по-крупному? Неужели мы не можем обрести свое счастье? И для меня ответом на этот вопрос стала компания Atomy. Именно в компании Atomy я получил ответ, как простой человек может добиться высоких результатов, потому что здесь, друзья, все продумано для нас и за нас. Здесь нет никаких рисков, и я думаю, грех не попытаться добиться успеха в этой компании, если у вас нет других альтернатив. Если вы не знаете, где еще вы сможете зарабатывать 50 тысяч долларов и более, если вы не живете своей мечтой, то вам обязательно стоит попробовать. С чего же начинается успех? Первое правило успеха – это иметь видение. И первый шаг к этому видению – один из самых сложных. Как раз-таки для этого и существует замечательный инструмент в нашей компании, который называется «Жизненный сценарий». Этот инструмент вобрал в себя опыт, многолетний опыт лидеров компании, которые добились результатов и щедро делятся с вами. С помощью этого инструмента можно визуализировать свои желания и мечты и четко идти навстречу к ним. Ведь даже если у вас есть самый лучший корабль и самая лучшая команда, но если капитан не знает, куда он плывет, то вы, скорее всего, будете просто дрейфовать в океане жизни, так нигде и не оказавшись. И когда мы знаем конкретно, куда мы идем и что нам нужно для счастья, что нам нужно в этой жизни, тогда мы сможем прийти к заветной цели, к заветной мечте и стать по-настоящему счастливыми. Многие люди недооценивают этот инструмент, и, признаюсь честно, когда-то я был одним из них. На самом деле, если быть до конца честным, мне было немного страшно. Скорее, мне было очень страшно признаться самому себе, что же я хочу. Я помню, как лет 10 на тренинге мне задали вопрос, сколько я хочу зарабатывать, чтобы быть счастливым. И мне было очень трудно признаться самому себе. Я помню, что я написал 100 тысяч долларов, потому что это та сумма денег, которую я хотел получать в месяц. Но я не верил, что я смогу столько зарабатывать. Поэтому я зачеркнул один нолик. 10 тысяч – это более реальная сумма. Но 10 тысяч не делало меня по-настоящему счастливым, и я снова нарисовал нолик. И в этом смятении я находился некоторое время, потому что у меня не было ответа. Жизненный сценарий – очень полезный инструмент для тех людей, которые уже хоть немного, но верят в то, что у них получится в компании, когда у них есть вера в компанию и хоть немного веры в себя. Я советую всем приобрести жизненный сценарий и заполнять его регулярно вместе со своими партнерами. В этом инструменте подробно описано, как это сделать, на наглядных примерах. Внимательно прочтите и заполняйте тщательно, строго по инструкции. Мой же первый опыт заполнения жизненного сценария был в 2019 году, после особой июльской академии успеха в Корее, когда награждали двух империал мастеров. После этого мощного семинара, заряженный на результаты и позитив, сложно было представить более подходящего момента для того, чтобы заполнить свой первый жизненный сценарий. И знаете что? Я вновь испытал тот страх, когда трудно самому себе признаться, что тебе нужно для счастья. Но тогда меня переполняла непоколебимая вера в компанию, в себя и в партнеров. Поэтому я поставил высокие цели. И уже тогда одной из моих главных целей в жизненном сценарии
стало привести более 10 тысяч человек в лидерский клуб. С тех пор, как я заполнил жизненный сценарий, меня стало переполнять еще большая целеустремленность. Я стал еще меньше спать и еще больше работать. Потому что я понимал, что каждый шаг, что каждое слово, каждое действие приближает меня к заветным целям. Я понимал, что мои мечты превратились в мои цели, и вопрос только во времени и в приложенных мною усилиях. Поэтому я всем, повторюсь, рекомендую заполнять жизненный сценарий регулярно вместе со своими партнерами. На протяжении 3 лет мы наблюдаем, что многие люди не могут поверить, что они могут зарабатывать 50 тысяч долларов и более. Кто-то хочет верить и хочет зарабатывать 50 тысяч долларов, а кто-то знает, точно знает, что вместе с компанией Atomy он будет столько зарабатывать. И жизненный сценарий помогает перейти из первого состояния во второе, а потом в третье. Но важно понимать, что одного жизненного сценария недостаточно. Это первый шаг – визуализация, видение, обретение видения. Второй шаг к успеху – это мыслить по-крупному, играть по-большому. Нужно строить большие мечты, нужно ставить конкретные цели, не абстрактные. Ставьте максимальные цели, в которые вы хоть немного, но можете поверить. И в тот момент, когда вы начнете верить в эти цели всем своим сердцем, они станут для вас реальными. В этот момент ваши мечты превратятся в ваши цели, которые определены только сроками. Поэтому я всем желаю стать сценаристами, режиссерами и главными актерами вашей жизни по вашему сценарию, который вы сами собственноручно напишете. Растите, развивайтесь, помогайте людям и добивайтесь успеха вместе с Atomy.